Приветствую, 3D-кубы. Сегодня мы с вами сделаем не куб, а шар, мяч, баскетбольный мяч. Давайте баскетбольный мяч сделаем. Будем... Запишу, наверное, два видео про моделирование и текстурирование отдельно. Сначала создадим хайпольный объект. Давайте из UV-сферы. Так, по сегментам. Здесь давайте... Ой, можно вернуть F9? Спасибо. Нет. Еще раз, UV-сфера. 16 сегментов на 11 сегментов. Так, можно отмиррорить, допустим, по центру. Вот здесь. Удалим нижнюю часть точки. Удалим все, кроме одной стороны. Допустим, вот так. Еще мне нужно удалить вот эти edge. Edges. Угу. Давайте еще вот эту половинку тоже удалим. Так, здесь мы построим. Почему здесь нету? Вот так, face должен быть. Здесь построим так. Сетку. Добавим модификатор mirror. По всем осям с клиппингом. Теперь мы накинем subdivision surface. А subdivision мы применим, если мы до этого накинем. Ну, нам надо применить mirror, нам надо применить subdivision. Теперь можно опять резать. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Мы режем для того, чтобы не делать двойную работу, тройную, четверную, пятерной урон. Хотя можно здесь делать вот так. Никто не обидится, если мы сделаем вот таким вот образом. Еще, наверное, вот это нам нужно. Вот это нам нужно. Alt EX. Нет. Ctrl B. Этот наш узор на баскетбольном мяче. Вот. Теперь сделаем I, insert, Alt S, вдавим вовнутрь. Ну-ка накинем subdiv. Кажется, включим. Может быть, чуть глубже надо. I. Так. И Alt S. Слишком сильно не будем выдавливать, допустим. Вот так. Во. То, что надо. Теперь нам нужны здесь поддержки. Давайте кинем поддержку вот тут. Вот тут. Вот здесь. Вот здесь. Дальше вот тут. Вот тут. Вот здесь. Вот здесь. Что будет, если мы кинем вот эти поддержки тоже? Тык, тык, тык. Ctrl B. Smooth. Это вроде нормально, более-менее шейдит. Если вы знаете какие-то другие узоры, то предлагайте, пробуйте. Так, это у нас будет ball high, хайпольный. Теперь мы добавляем round cube. Радиус единичка. А арка мы выставляем такой, чтобы здесь посередке была линия, но в то же время достаточно детализированная. Вот на шестом давайте division. И модификатор добавляем shrink wrap. Кидаем на ball high.
Теперь мы здесь пометим его каким-нибудь цветом, допустим, синеньким. И начнем офсетить. Достаточно одного раза. Вот. Shade Smooth, Auto Smooth там. Теперь нам нужно сделать UV-развертку. Я предлагаю сделать UV как раз на вот этом серединном шве. Вот здесь. Mark Sim A U Unwrap UV Editing. Вот наша UV-карта. Создаем новую текстурку. Так, это у нас будет Ball 1048, 1048, альфа нет, UV Grid, даже, наверное, не UV Grid, а Color Grid. Так, выдвинем сюда, подвинем как-нибудь вот так, по центру, и чуть отскейлим. Да, к сожалению, у нас остается очень много неиспользованного пространства, но тут ничего не поделаешь. Либо делать UV-шку такую, а потом резать половинку, то есть сделать 2048 на 1024. Вот тогда она будет оптимизирована. Так, это у нас Ball Low. Проверяем. Давайте мы еще покрасим наш мяч. Ctrl плюс. Плюс. Материал зададим. Это у нас будет оранж, пусть. Сейчас настроим. И плюс еще добавим сюда. New. Это будет black. Black. Думаю, будет интересно сделать материал в принтере баскетбольного мяча со всякими потертостями там и так далее. Царапинками. Я в детстве, кстати, играл в школе в баскетбол. Где-то года полтора, наверное. Благодаря этому у меня были хорошие оценки по физкультуре, потому что мы занимались в физкультурном зале школы, и так как я платил деньги за занятия, мне просто потом автоматом ставили пятерки на физкультуре. Так, давайте сохраним. Save as. Так. Баскетбол. Теперь мы это... Я, наверное, включу экран. Мы здесь экспортируем этот самый баскетбольный мяч. Берем лоу-польку. Экспорт FBX. Баскетбол лоу. Здесь выбираем Selected Object. Mesh. Apply Transform. Break Animation включаем. Это нам не нужно. Apply Modifier должен стоять. FBX All. Баскетбол лоу. Экспорт FBX. Теперь выбираем хай-польку. Файл. Экспорт. FBX, баскетбол, high, экспорт, сохраняем, и идем, кстати, мы не проверили на всякий случай на нормале, мало ли, этот со шринг-правом неадекватно себя чувствует, он слишком привязан к хайпольке. Про трансформом все окей, переходим в мармасет, запечем карты, а текстурирование сделаем в следующий раз, когда я найду какие-нибудь декали, типа баскетбольных каких-то команд на мячик нанести. Так, мы в Marmoset создаем бейк-группу. Закидываем сюда наши объекты. Куда я сохранил-то? Сейчас проверю. Понятно, я сохранил не туда, куда хотел. Придется искать вот здесь, здесь, вот здесь. Вот они. Вот они, дорогие мои. О! Здравствуйте. Так.
Нормаль, кроватура нет, амбиноклюжен, материал ID закрыли. Попробуем запечь, чтобы потом маскировать те участки, где должны быть полоски. Так, формат 16 бит, паддинг модерейт, 7x16. Мне кажется, нужно будет чуть-чуть увеличить. Кейдж, ну, посмотрим. Давайте кликнем бейк. Некуда, говорит, бейкать. Давайте, у меня там папочка до мяча я создал. Сейл. Бол. Бол. Сохранить. Сейчас печем. Печем наши карты. Так, запекли. Хайпольку мы скрываем. Лоу-польку превью дожимаем. Можно дефолт материал накинуть? А, извини, ты там этот синий цвет. Зачем я выбрал синий? Можно другой? Спасибо большое. Так, смотрим на нормалку. Все запеклось. Угловатенько, правда, но ладно. Можно прибавить было бы с полигонов на основном мече. То есть сделать здесь хайпольный мяч. Точнее, лоупольный мяч немножко другим. Change round cube. Сделать, допустим, вот 8. Как-то он... Сколько полигонов получается? Фейсов 384, 3768. Не так уж и много, я вам скажу. Здесь надо будет опять развернуть. U unwrap. A. А, нет, то есть этого шва. Mark Sim. U unwrap. И снова давайте развернем. Вот так. И тебя тоже развернем. Поближе друг к другу. Жмемся мы друг к дружке, чтобы теплее стало. Scale. Scale. Располагаем как-нибудь. Аккуратненько. Сверху тоже надо приспустить, так сказать. О, как-нибудь. Так. Отлично. Теперь мы это, опять же, сохраняем. Лоу-поле мы экспортируем туда же, где мы уже... Куда мы экспортировали? Вот сюда. Теперь здесь подменяем. Тык-тык. И перебейкаем. Опа! И у нас более такой округленный стал мячик. Уже лучше. Шов, он где-то здесь проходит. Вы видите, даже мы его не видим. Насколько прикольно запеклось. Хорошо. А на... текстурирование мы просто сделаем три планара, если будет палиться шов, и все. Все, спасибо за внимание, надеюсь, что вам понравилось. Делитесь своими мечами у нас в Дискорде. С вами был Кирилл, подписывайтесь на канал. До скорых встреч и пока-пока! Что-то я громко кричу, пока-пока! Давайте я вам покажу себя, почему бы не показать. Пока-пока! Эй, тебе побрился даже. Праздник сегодня у меня. Я сегодня побрился. Просто в этом и есть мой праздник. Все, всем спасибо за внимание. До скорых встреч и пока-пока.